Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в секретной лаборатории изучения пива. И сегодня у нас будет новый пивцерин из красно-белого реабилитационного центра. Да, друзья, доехал наконец-то до уездного города бесов. Блонд Эль. Сессион бир. Сессионный блонд Эль. Прикольно, да? Варит его Крыница. Республика Беларусь. Поехали! Затащил меня жадный старикан в красно-белый реабилитационный центр. Говорит, вдруг там есть чем мы можем поживиться. Я, говорит, прямо вот чувствую. Так, говорит, хочу зайти туда, что вот прямо кушать не могу. Зашли. Ну и да, действительно. Правда, 79 рублей 99 копеек стоил этот новый пивцерин. Давайте открываем, наливаем. Подписчики в Яндекс.Дзен поделились на две части. Кому-то пивцерин зашел, а кто-то, ну, я бы сказал, основная часть неистого пива это ругала. Я ни один обзор его читать не стал, даже не стал читать, чего пишет о нем красно-белый реабилитационный центр на своем официальном сайте. Чтобы было интересней, Blond Ale Session Beer. Если мы знаем все сессионные IPA, то я вот про Blond Ale сессионный ни разу не слышал пока еще. Не так это важно, конечно же. Если пивцерин хороший, так как его ты не назови. Читаем, что тут у нас. Session Blond Ale. Пиво светлое пастеризованное. Произведено с использованием дрожжей для бельгийских элей. Нифига себе. Вода, солод пивоваренный ячменный, светлый хмель гранулированный. 5% алкоголя, 12% плотности. Обратите внимание, пенной шапки нет совсем. Карбонизация очень слабая. Слушаем аромат. В аромате, друзья мои, гвоздика. Мощная такая гвоздика. Никаких фруктовых интересных других эфиров здесь, подходящих под описание Blond Ale, нет. Хмеля, в принципе, нет. Есть только вот гвоздика. А также еще есть бананчик. Все это очень сильно напоминает аромат Вайцена. Вот в слепом тесте я бы сказал, что да, передо мной, наверное, скорее всего, Вайцен. Пробуем вкус. Во вкусе та же самая гвоздика, тот же бананчик. Это очень сильно похоже на Вайцен. Нафильтрованный какой-то Вайцен. Кристалл Вайцен. Прикол. Ну, смесь каких-то специй во вкусе с доминирующей вот этой вот гвоздикой. И все. Хмеля нет, какой-то интересной богатой солодовой базы нет, хмелей нет, дрожжи, ну вот дрожжи взяли от Вайцена, видимо, и как-то мощно отфильтровали, замутив вот такой вот кристалл Вайцен, который назвали Blond Ale'ем сессионным, причем еще. Ну, не знаю, какой-то довольно-таки странный напиток, который, честно сказать, вот мы не любители пшенички и пить его как-то не хочется, все-таки Blond Ale. Он нам должен давать интересные фруктовые оттенки. Хмелек должен быть интересный, классный. Ну и дрожжи должны свою характерную лепту вносить. Здесь же как-то все очень странно и, я бы даже сказал, скучновато. Карбонизации нет, пенной шапки нет. Вообще это просто, что это такое, как это назвать? Назвали бы, кстати, Crystal Weizen. Вот какого-то лешего Бориха. Варит сладовар, называет его сладовар кристалл, типа это у них там кристалл Вайцен, но ничего общего он с кристалл Вайценом не имеет. Вот здесь это хотя бы похоже на кристалл Вайцен, но на Blond Ale как-то не похоже совершенно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «С миру по пиву». Всем добра и мира, друзья, увидимся, пока!